Времени суток, дорогие друзья. Сегодня я решила поэкспериментировать с макияжем на первое свидание. Начну с губ. Прическу, в принципе, можно считать завершенной. Скорее всего, я потом просто распущу волосы. Вот. Но что-то такое воздушное, в принципе, можно сделать. Это всего лишь крокодильчик. То есть вариант. Ну и, кстати, как вариант... Я же делала прически всякие разные, вот, и они уже есть на канале, можете посмотреть, там совершенно замечательно, на первое свидание все подходит. Я начну с карандаша, это Эвелин, такой вот, он кирпичный такой. Я думала, что я от большинства помад уже избавилась, но оказывается, я не во всех сумках успела их найти. Вот. И сегодня еще одной косметички я нашла такую нюдовую коричневую помаду. Она с красным под тоном. Это ириска. Что? Да, видите, какой ужас. Вот этот ужас не дает мне спать. Я решила сегодня ей в отместку тоже не давать спать днем. Всячески ее будю. Вот такая вот помада. Это Huda Water Lipstick. А, матта липстик. Такая вот. Но это я покупала пару лет назад в Евроопте. Я вам рассказывала, там недорогой магазин. По рублю они были. На акции. А я не знаю, как у меня будет. Я пока что еще не... Я, наверное, не буду. Я не знаю. Я не могу. Я ж не дойная корова. Божественно. Я ее за вот этот вот цвет как раз и брала. И на удивление, настолько цвет сошелся с карандашом, что его совершенно перекрыл. Такая более рыжая, кажется, на видео. Так, и мне очень понравилось, как я сделала вчера себе глаза. Можно ничего и не делать, а можно сделать чуть еще более ярким вариантом. Я делала видео там, где меня бомбило по поводу макияжа. Да. Девочки, если вы светленькие меня смотрите, да, я совершенно, скажем так, упустила из виду, что ли, что может быть же вариант внешности, при котором как раз-таки нужно подчеркнуть то, что есть, но сделать чуть-чуть более ярким. Это к таким, знаете... Белоснежкам-блондинкам больше, наверное, относится, когда совсем-совсем светлые волосы, совсем светлый пигмент бровей и очень-очень светлая такая кожа, вот, то есть светлые ресницы, что-то такое, то есть вот в этом варианте. Но нужно очень аккуратно это делать, чтобы не переборщить. Вот, поэтому, конечно, лучше, да, чтобы были... какие-то светлые тени, они всегда освежают
Да, я, кстати, посмотрела даже вот по своим палеткам. Такая палетка, там уже все стерлось. Вот такая вот. Видно, что у меня больше всего шел этот цвет и вот этот. А сейчас ищу вот такой же, чтобы был какой-то легкий оттенок с шиммером, без шиммера мне, честно говоря, не сильно важно. Вот, но я пока не нашла. А их пока вся эта ситуация с доставками, вот, из других стран, то пока нету у нас в Минске. Вот. Я чуть-чуть оранжевым затемнила уголки глаз. И сейчас черной подводкой буду делать стрелки. Я как бы наслаиваю и продлеваю. Уже я сослепу сделала себе помарку. Сейчас посмотрим. Меня получилась одна чуть-чуть длиннее стрелка, другая чуть-чуть короче. И такое ощущение, как будто печальные глаза, да? А нет. Ну вот. Все. А на этом можно завершать. Или можно еще немножко туши. В общем и целом, весь комплект, кроме карандаша для губ, я покупала в киоске Golden Rose, если кому-то интересно. Вот. В ближайшее время, когда появятся хоть какие-то деньги, я пойду покупать однозначно тушь туда, потому что это такая уже сухая. Ну, потому что она у меня уже полгода точно. Вот, я и пользуюсь. Но, тем не менее, при всем при этом она все равно делает такой яркий достаточно взгляд. Вот. Хотя уже чувствуется, что она суше. Она может периодически осыпаться, смотря какая погода. Вот. Ну что, моя хорошая? Вот то, что у меня получилось. Мне кажется, с одной стороны, он носибельный в дневное время суток, совершенно спокойно. А с другой стороны, с таким макияжем, ой, совершенно спокойно можно идти на свидание. Вот. Все легко, все достаточно быстро. При этом ярко и, да, вполне носибельно. Вот. Еще раз. У меня была Huda Matte такая помада. Вот такой вот от Essence карандаш. Он из источилка, что тоже невероятно удобно. И вот, кстати, по цвету вы можете посмотреть, насколько совпали. Вот. Так.
Так. Golden Rose. Такая вот подводка. Она идет с тоненькой кисточкой. Ей можно очень аккуратно все проработать. Вот. Ну, конечно, у нас света недостаточно. А вот, надо как-то найти в ремонте лампу. Вот. И вот такая вот с пушистой классической кисточкой, тоже от Golden Rose, тушь. Тут у меня уже все постиралось. Вот. Ну, вот так вот она выглядит. Вот. И такой вот Eyeshadow Extra Shimmer. Dodo Girl. Вот такая вот палетка. Вот. В всякий случай, я показываю универсальные цвета. Это есть в Белардизайне, по-моему, как раз тени есть. Ну, то есть в белорусской косметике вот такой вот цвет я видела точно. Люкс Визаж, которая новая, такие жидкие тени делает, тоже этот цвет выпускает. Вот эти вот три цвета, они фактически однозначно в жидких есть. И вот этот вот тоже. То есть как бы не обязательно привязываться к этому. И просто я, скажем так, показываю вам цветовое сочетание, как это получается здорово и вкусно. Вот. Мне результат очень нравится. Я буду готовиться к выходу на улицу. Вот. Все. Мы с вами прощаемся. Спасибо вам большое за просмотр. И до новых встреч. Пока.